Всем привет, на канале Мусалим. Сегодня в работе у нас Mazda 6. Разобрали автомобиль. Сейчас будем подготавливать поверхность, проклейки, все обезжиривать. Вот так выглядит штатная шумоизоляция в багажнике. Голые арки, голые крылья автомобиля. По правой стороне то же самое. Достаточно все печально. На полу багажника немножко вибра присутствует в минимальных количествах. Так, разобран у нас салон. Салон тоже завибрен. Ну, по салону так достаточно неплохо. Но тоже, в принципе, все минимально. Вот, ничем не обработанный металл. Все это мы проклеим. Все будет по красоте. И разобраны двери на авто. Двери вообще голые, голый металл. Ни одного кусочка вибра. Ни в задних, ни в передних дверях нет. Работаем по максимальной программе. В автомобиле будет комфортно передвигаться, приятно. Будете получать удовольствие от езды. Приступаем к работе.